каждый из нас, кто понимает, что Христос воскрес, он живет внутри него, правильно? Немножко на самом деле что, он наш такой. Я эту песню написал 14 лет назад, сам проходил та же реабилитацию, и эта песня просто мне легла на сердце, легла музыка, и я ее написал. Вот, она, может быть, для кого-то покажется такая немножко молодежная, но она жизненная.
Навсегда изменить тебя.